из серии «Избавляюсь, избавляюсь, никак не избавлюсь». Еще у нас сколько времени цветов нету в доме. Я сама не хочу, чтобы были. Хочу как-то отдохнуть. И сегодня, думаю, с мужем, наверное, соберемся, поедем в одно место, где продают очень много цветов. И там будем выбирать, покупать цветы на весь дом. Но это не сейчас. Сегодня из нашего маленького, но огорода, где растут еще и watermelons, арбузы наши милые, сорвала несколько таких красивых цветов и поняла, что все-таки цветы не хватают в нашем доме после уборки. Но сегодня не про это, друзья, товарищи, девочки особенно, собирайтесь. Рассказывала в одном из последних влогов, что смотрела видео, фото давнее, очень давнее. И там увидела некоторые из своих цветочных платьев и подумала, где эти цветочные платья. А раньше очень любила платья, но материал в цветочку, яркие такие, до сих пор люблю. Но теперь более такие спокойные, не цветочные тона люблю. Как оказалось, они в чемодане лежали, своего очереди ждали. Но, думаю, очередь пришла избавиться от многого. Так что этот большой чемодан останется, наверное, одинок после того, как я пройдусь. Окей, цветы как хорошо пахнут. Не любила запах этих цветов. Сейчас так приятно почему-то. Наверное, из своего маленького, но садика. Так хорошо, что этот столик имеет две стороны. На одной стороне можно ножки класть мягко, приятно, уютно, а на другой что хотите. В данном случае цветы положила и поняла, что цветы еще одни создатели уюта, как занавески и ковры. Сейчас пойду принесу чемодан, который так не хотела доставать. Но уже решила, из гаража уходит очень многое. Уже ушло очень многое, но уходит. Чищу, чищу, избавляюсь. Там еще многое есть. Anyway, это не важно. Ваши заботы, Егине, держите при себе. Я люблю делиться. Это такой старинный чемодан из, не знаю, из каких времен. Времен эти чемоданы, ара. Куда мы ехали, что купили трех состоявшихся из трех чемодан? Ну, кто помнит? Антикварный. Окей. Решила, делаю. Прямо открылся на одном из любимых платьев. Но избавлюсь от этого платья. Не хочется держать. Но красиво сидел и будет сидеть, если захочу. Но платье уходит. Если помните, я не помню, что в этом платье много чего готовила. Но материал такой крепкий, резиновый. Я сейчас в таких материалах не могу находиться. Так что платье уходит. Прощай. О, хорошая тряпка получится из этого платья. У меня еще одно такое есть из более хорошего материала. Это мягкий, хороший материал. Смотрите, можно хорошо протереть что-то. Окна или что-то. А платье труба. Интересно, когда одеваю такие платья, плечи, здесь все добрости открыты, да? Все думают, что я очень сильно похудела, и нужно срочно поправиться, а на самом деле это платье делает. Я всегда была худой и никак не поправлюсь, избавляюсь. Даже забыла, что это здесь. Это платье... красивое, но, во-первых, это платье нужно утюжить,
не люблю утюживать, времени на это нету, и совсем порвался платье. Ну, такое красивое, вот просто очень ситру. Рукава такие с разрезом. Материал тоже хороший, но все равно очень такой просвечивается. Столько лет одевали Юкины, не боялись, не волновались за то, что платье просвечивается. И вдруг решили, нет, я сейчас просто, когда настроение избавиться, нахожу очень веские поводы. Платье ваше. Ох, очень люблю это платье, из раз покупала. Потом увидела, ну, кто-то сказал, это платье увидели в каком-то, ах, не помню, где-то 20 с чем-то долларов заплатила. И какая-то зрительница написала, о, я тоже купила это платье, не знаю, какого хорошего магазина. И цену назвала, за которую она купила платье. Очень дорого она купила. Это просто думаю, подождите. Но бренда не видно. Просто думаю, какая-то копия хорошего брендового платья. Любила, но, наверное, Арм, хочешь, оставлю. Очень старинное. Это прямо самые старые платья у меня. Не знаю. Так красиво сидит. Может быть, отрежу мини немножко. Ниже колена сделаю, может, дочка возьмет, Лилит. Лей! Не знаю, где. Окей, покажу, может, она зеленый цвет очень любит, ей очень идет зеленый цвет. Еще такие расклешенные платья ей тоже идут. Спрошу, если не захочет, избавимся. Сиди, слушай, как мама разговаривает. Это не отпачивала. Пользуясь случаем, поцелуем его подстриженную голову. Мазать шатсиная, very handsome. Что так калицуэн? На армянском сказал спасибо. Кохтерс. Он хочет, чтобы сердца у некоторых людей таяли. Двигаясь дальше, обнаруживаем еще одно платье-труба, но это с разрезом. Это, наверное, сохраню. Хорошо сидит это. Как раз на днях хочу кости приоткрыть немножко на особый случай. Пусть будет. Разок одену, наверное, тоже избавлюсь. Да, что я люблю белые платья. О, скандальное платье. Значит, если помните, смотрите давно наш канал, я в этом платье готовила лаваш. Ну, в каком еще платье люди готовят лаваш, если не в декольте и, знаете, в праздничном виде? Комментарии на это платье разные были, но самое интересное, кто-то писал, да, если бы у меня тоже было такое платье, я бы тоже по своей кухне так ходила и так готовила бы. И действительно, это платье только не дало силы, чтобы готовить. Шучу! Про цену платья, какое, наверное, дорогое платье одела, вышло. $25 заплатила за это бесценное платье, которое заслужило столько комментариев. Иногда хотелось уйти от самой себя. Что хотите, писали. Даже, о, знаете, что можно делать? Взять и скриншот делать комментарии из-под этого видео, самые интересные. Наверное, сделаю новый формат. Интересный. Ну, конечно, мне очень много позитивного, хорошего, доброго, самого-самого лучшего. Люди через комментарии посылают. Всегда благодарна, всегда ценю, люблю, уважаю. И когда в конце наших видео
Говорю, всех вас любим, ценим, уважаем, имея в виду именно людей, которые относятся к нам с такой, как к родным. Но еще есть категория, которые не относятся к нам как к родным, но относятся, хотят, не хотят, они тоже люди. Но комментарии от них иногда прямо хочется пойти подумать. Вот именно под этим видео даже мои соотечественники в одном фейсбуковой группе, большая группа была, выложили это видео, и я пошла читать. То и бабушек наших позорило, то весь армянский народ тоже позорило этим платьем открытым. Какая я армянка, чтобы в общем, очень много критики было не только от людей, скажем, разных национальностей, но именно мои родные тоже. Родные люди, имею в виду, не родные. У меня нету в гардеробе другого такого платья, которое заслужило бы столько разных, вот от таких до таких отношений в виде комментариев. Наверное, найду, со всеми поделюсь. Anyway, это платье остается, будет в моем доме-музее. Что за красивый материал? Очень люблю этот мягкий, маечный, как я говорю, хлопчатобумажный, хлопковый материал. Этот стиль тоже люблю. Простой, самый удобный, не мешающий. К сожалению, черный, но, наверное, еще немножко сохраню это платье. Если не ошибаюсь, у меня еще 5 таких платьев. Если не 5, но еще 2 найдутся именно в этом стиле. Если так посмотреть, все стили черного платья у меня есть, все разрезы, все стили, по-моему, есть в черном. И зря я столько много черного набрала. И хорошо делаю, что избавляюсь. Но от этого не избавляюсь. Положу с 2 белыми, немножко посветлеет. Это еще под вопросом. Думаю даже отрезать и посмотреть, как смотрится. Ну, коротенькое. Что это? О, это уходит. Это из тяжелых времен. Платье красивое. Очень любила. Арка и Бека в этом платье носила с собой. Но уже уходит. Даже не хочу смотреть дальше. Еще одно черное платье. Это сестра платья. Ой, в этом платье у меня такие красивые фото есть, Арам. Найду, тебе пришлю, можешь выставить. Это платье мне очень идет. Такой разрез в сати. Такой закрывающий водолазка платье. Что-то в этом роде. Но уходит. И не жалеем, что уходит. Красный тоже мой любимый цвет, но уходит, уже увидела, что себя представляет. Зачем я это покупала? Я такой не ношу. Носила? Это, по-моему, никогда не носила. В этом вы меня видели? Пожалуйста, в комментариях напишите, видели ли вы меня? Может быть, Арам, однажды с белым пиджаком в Солванге в итальянском ресторане. Или плохо помню. Может быть, раз и последний раз. Не хочу, это не мой стиль. Хотя мне очень идет, а? Идет, но и тут не нравится. Ой, это платье, как будто спортивный костюм, только в виде платья. И до чего же он удобный. Легкий материал, хочется носить и носить и носить. В этом платье меня много раз видели, еще несколько раз увидите, потом избавлюсь. Это для Лилит купили, и она не одела, ей не понравилось, ей цвет не нравится, платье не понравилось. Оставлю несколько раз. Там избавляюсь, здесь
Оставляю здесь под вопросом. Тоже черное ужасное платье. Красиво сидеть в Лас-Вегасе были в этом платье. Вместе с вами имею в виду. Красиво сидит, красивое платье, по-моему. Мне идет, но очень черное. Пусть уходит. Это мне нравится, это платье. Такое нежное. Сияющее, темно-синее. Дочке тоже идет это платье. Надеюсь, скажет мам, не надо избавляться, давай оставь. Красивое платье. Из сказки. Ну, сияет. Думаю, только в сказках такое платье носили. По моим восприятиям, младенческим, сияющее платье это как у принцессы, у таких бывало. Это не хочу, а хочешь, это оставлю блузку. Он любит серый цвет и меня в сером цвете почему-то. Хочешь, это оставлю в сером цвете, буду для тебя ходить. Не хочет. То есть по лицу не поняла, он хочет или нет. Что-то, это как детей спрашиваем, что-то говорит. Ни да, ни нет. Платье в цветочек. Это люблю, это оставлю, даже скоро одену. Это мне очень, по-моему, идет. Прилегающее, яркое, облегающее. И это разрез шеи, или как называется, по-моему, очень красивый. Без рукавов. И самое главное, не надо гладить. Обожаю это, такие материалы, которые не надо гладить. Так, двигаемся дальше. Тоже красивое платье, декольте, черное, длина прекрасная. Ну, кажется, не хочу оставить это платье почему-то и не оставлю. Пусть уходит. Еще купила другого цвета, то же самое платье, два цвета купила. Ой, эту блузку почему-то люблю, никак не могу расстаться, но неудобно в этой блузке, скажем, что-нибудь снимать, что-нибудь готовить. Рукава мешают, но все равно я это уже сделала, замечание получила, внимания не обратила. Всегда люблю одевать то, что мне удобно. Красиво. И этот вопрос уже перестали, почти перестали задавать. Джон. And you know what happened? I ate all of it. Говорит, все мороженое съел. Герой мальчик. Вопрос, как можно на кухне на каблуках? Это был один из популярнейших вопросов. Почему я в каблуках? Некуда вам ходить, вы что, не знаете, где такие платья носят, туда-сюда. А у нас, если посмотреть название канала, это шоу, да? Cooking show. У нас не кулинарный канал просто, где я готовлю. It's not cooking channel. А шоу из себя представляет что-то чуточку неординарное. Неординарно на каблуках и в одеяниях, в макияже, в вечерних платьях что-то готовить на кухне. Но, думаю, это давно уже вошло в тренд. Я уже не одна в таком формате. И это хорошо, неплохо. Так что шоу продолжается. Ох, люблю это платье. Не знаю, почему люблю. В этом году избавляюсь. Но такие платья-труба. Просто цвет сейчас мне не нравится, этот цвет. Но очень удобно. Берете и на себя. Если слишком жарко, в мини-платье превращаю. И очень легко и свободно по дому порхаю. Еще и карманы есть. Всегда радуюсь платьям с карманами, но в жизни ими не пользуюсь. Не люблю руки в карманы класть.
Да и некогда. Но платье уходит. Это платье ты любишь. Это платье я люблю тоже. Наверное, разок одену и отделюсь. Красивое платье. Такое вроде бы скромное. О, наконец-то она что-то скромное одела, как настоящая армянская женщина. И вдруг она поворачивается и разрез до спины. Здесь немножко пришила даже. Подумала, давай буду скромнее, здесь немножко пришью. А на самом деле пришила, чтобы, знаете, что до этой полосы пришила, чтобы не пришлось постоянно дергать или прикрепить. Это платье останется. Да, из давних времен, наверное, 6-7-летнее платье. О, это постелу готовила точно этого цвета. Постела из слив. Так красиво получилось. Постела этого цвета, сливы такие яркие. И платье, и помада. Вот так надо вести шоу. Очень люблю это платье. Останется яркий, сочный, красивый цвет. Пусть будет. Если внимательно посмотреть, это одно и то же платье, что этот. Если не ошибаюсь, еще одно купила. Смотрите. Просто цветовая гамма разная. Одна красивее другой, по-моему. Остаются. Еще одно платье есть у меня такое. Найдем в конце. Ох, все этот комбинезон полюбили. Помните, какую-то показ у нас был, какой-то показ. Этот комбинезон был на первом месте. Но одела только раз на день рождения Люси, если не ошибаюсь. Что-то, тортик пекла или что-то. Вот не получается. Некоторые платья или что-то не получается их одеть. Оставлю, может быть, получится. Если не получится, уже уходит. Значит, не судьба. Мой стиль. Люблю такие платья. Длина хорошая, ниже колена. Наверное, оставлю. Такой прилегающий. По-моему, это красиво сидит. Останется. Красных платьев много не бывает. Это такое легкое, вязаное платье. Смотрите, как материал вязаный. Но такое легкое. Не просвечивается, не мешает. Завтра это одену. Красивое. Люблю такие платья. Не мешают, под ноги не касаются. Ой, это, знаете, какое-то удобное платье для уборки. Платье уборки. Военное. Чувствуете себя очень сильной, мужественной. Одеваете и идете на приключения. И самое главное, когда на себя приключения случается, то есть не пачкается, ничего почти не видно. Уборочное платье самое лучшее. Оставлю, уборку сделаю, посвящу этому платью, может быть. О, уходит креплиновое платье. Помните, материал креплин. Если не ошибаюсь, терпеть не могла. Был такой материал, имею в виду. Такой шуршащий, толстый. Женщины платье шили, шивали для себя, зашивывали. Что делали, не помню, но это не креплин, но очень напоминает. Этот тяжелый резиновый материал. Да, не хотите.
Это не покупала, это мне дарили. Подарили, по-моему. О, это невинное платье, смотрите, в этом платье, это платье и я одевала, и Лилит одевала. Такие рукава, по-моему, $6 покупала, смотрите, как красиво, да? Всего лишь такой маленький штрих на платье, и все меняется, платье как, не знаю, какое. Может быть, оставлю, если Лилит захочет еще раз одеть, или я одену разок. Не знаю, почему такое теплое воспоминание с этим платьем. Может, Лилит одевала, что-то с этим связанное у меня. Так тепло стало, платье увидела. Окей, пусть останется, раз уж так тепло. Ох, а это платье как люблю. Ну, наверное, избавлюсь. В этом платье очень много одевала это платье, Арам, помнишь? Не из хороших времен, можно сказать. То есть не то, что не из хороших, из трудные времена тоже хорошие времена жили, радовались, трудности были. И почему-то у меня есть такой характер у меня. Я ассоциирую вещи с каким-то временем. И эти вещи иногда мне или тепло, или холодно, или темно. Это и тепло, и темно. Не знаю, как решить. Разок одену и избавлюсь. Так и быть. Хорошее платье. Это платье уходит, конечно. Но вы посмотрите на место разреза. Это было совсем открыто, а прикрепила. Ну, представьте, такое платье одеть. Разрез. Откуда? Только разрез. Трудно было бы ходить в этом платье, поэтому здесь прикрепила. Ну, очень скромно прикрепила, достаточно высоко. Ну, наверное, уходит платье, не хочу. Пусть уходит. Ох, это юбка, не знаю, почему покупала, это не старая, не старинная, даже, может быть, вместе покупали из магазина раз. Открываешь, открываешь, хорошей скатертью было бы, скажем, красочной, да? Но юбка такая, может быть, дочки что-нибудь придумают с этим материалом. Интересно, что бы вы сделали с такой юбкой, если не хотите одевать? Почему не хотите? Потому что 100 кругов нужно прокрутить этот тяжелый материал вокруг себя. Одеваете, как будто какую-то тяжесть несете, как будто вы принцесса какая-то, на которой большую ответственность положили, чтобы нести этот тяжелый материал. Не хочется. Одеваешь и хочется уже снимать. А так можно или скатерть, или что-нибудь можно придумать. Оставлю, если захотят придумать, пусть придумывают, если нет, уходит. К параду черных платьев присоединяется еще одно. Это платье, о, это не та сторона. Такой мягкий, люблю такой материал, мягкий. И не слишком прилегающий, очень удобно. Ничего! Паникюр. Он на что-то наступил в их комнате, наверное, на Лего наступил. Пусть знают, каково нам, мамам, у которых есть дети с любовью к Лего. Anyway, это платье очень красиво сидело, но такое очень раскрытое было. Взяла и такие узелки связала. И более скромно смотрелась. Не хочем, не хочешь. Ему все равно. Он сейчас, наверное, думает, мне вопросы не задавай, быстро заканчивай. Заканчиваю. Видите, сколько избавляюсь. Это для уборки, наверное, избавлюсь. Это еще не ясно. Эти пусть. Это тоже люблю почему-то, это платье. По-моему, мне эти цвета идут очень. Не помню, что в этом готовила, но что-нибудь опять приготовлю в этом.
О, это Кармен. Платье декольте. Цвета шикарные. Наверное, оставлю. Сразу одену, потом избавлюсь. В следующем году вряд ли одену. И такой интересный задний разрез. Ну, чтобы легко было ходить. Угу. Это платье тоже то люблю, то напоминает этот креплиновый материал. Пусть уходит. Ох, как я люблю это платье. Из этого платья остался только тень. Столько одевала, столько стирала. Смотрите. Можете меня сквозь платье увидеть. Видите? Очень ясно видите. Очень люблю это платье. Да чего же оно удобное. Уже эта часть совсем износилась. Даже цвет, не знаю, но выброшу, это окей. Переживу как-нибудь. И разрез ведь есть, смотрите, легко было в нем ходить. Легкое. Какая я сильная. Муж говорит, ты не заметила, там даже дырка. А там не дырка, просто почти дырка. Но ведь, знаешь, платье уже 100 тысяч лет. Может быть и дырка. Почти до дырявости дошла. Материал как будто протерся. А зачем я это купила? В этом платье клип снимали на песню «Ереван». Красивое платье, но такое короткое. Муж говорит, ох, тебе очень идет, одевай, люблю, когда ты в коротком, туда-сюда. А мне неудобно. Если шорты короткие, я не против, но платье короткое я не могу одевать слишком. Смотрите, еще одеваю, немножко похожу, совсем вверх поднимается. Не моя короткость. Не знаю. Наверное, знаете, что сделаю? Блузочку. Хотела, так и хотела делать. Превращу в блузку и, скажем, шортами или с какой-то юбкой. С брюками можно одеть. Даже попрошу Лилит сделать. Если захочет, пусть сама одевает. Еще одно скандальное платье тоже позорило народ. Республику. Республику. Есть в фильме, да, такие, какой позорят республику. В таком платье выйти на кухню. Я что? Я кто? Как я могла? Ну да, это оставлю. Люблю скандальное платье. Хорошее платье. О, сестра этих. Где остальные сестры? Или не сестра? Ну, извиняюсь, это не сестра этих. Я думаю, у нее еще один есть такой. Тоже красивое, да? По-моему. Такой элегантный штрих. И разрез на спине. Кушают друг друга. Красивое оставлю. Я в цветочном настроении. От этого так замешалась, пошла и вынесла чемодан. Хочу свои цветочные платья. Цветы, цветочные платья. У меня цветочное настроение, действительно. Нашла третью сестру. Платье сестры. Одна и та же выкройка. Одно и то же. Цветовые гаммы разные. Это тоже шикарный. Синий-красный. Прямо хотелось одеть эти платья. Смотрите, одно и то же. Но не одно и то же. Разные настроения. Разные цветочные настроения. Платье. Неплохое. Разок одену. И, наверное, тоже в давние времена пошлю. Нравится тебе это платье?
Пусть останется. О, в этом платье первое видео. На. Добро пожаловать на мой канал. И звонок к этому. Это хороший знак. Сказала, перезвоню я сейчас с платьями. Добро пожаловать на мой канал. Ох, никак не могла начать это видео. Миллион раз начинали. То на свой vocabulary, то на произношение, то на слова, то слова не находила. Не знала, как начать. Даже, по-моему, ты неудачный кадр тоже положил. Что-то в этом роде. Я не смотрела это видео. Один раз смотрела и все. Но это в этом платье была, я точно помню. Да. Добро вас пожаловала на мой канал. Ко мне домой. Арина, как мы подходим? I accidentally leaned on the window, and then like one of the parts of the window fell. Not the glass, but that thing, that mat. The black mat fell out to the grass. It's okay. We'll fix it. Okay. Я там котлева пахпахала. Говорит на окно пригнулся. И сеточка упала. Очень длинно рассказывает эту историю. Главное, ты не упал. Что говорила? А, в этом платье вас ко мне домой пригласила. И уже сколько лет живем вместе в мире и согласии? 3 года будет скоро. 4? 3? А, в октябре будет? В октябре? Вы помните, наверное, многие отличники. Я не отличница этого канала, извиняюсь. 2 получаю. По-моему, в октябре начали. Anyway, Эгине покороче можно, а Эгине не может коротко. В общем, это очень хорошее платье. Это в дом-музей на мой... на мою чучело оденем. Нет, не чучело, как называется? Манекен. Прямо у входа поставим меня в красной помаде в этом платье и буду так держать, как будто. Окей, как далеко я ушла? Что это за материал? Это я купила? О май гад, давайте не пока. О, нет, это я покупала. Ну что-то с этим помню. Ох, не, ужасное платье. Можно... отрезать покороче. Но зачем отрезать? У меня уже 3 таких платья. Пойду посмотрю, что у них там происходит. По-родительски, по-матерински скажу свое слово и вернусь. Это креплиновое черное тоже уходит. Как можно вообще использовать такой материал и делать из них платье? Они ведь уже мешают, на теле они чешутся, думаю. Давно не одевала, неудобное. Опять. Это, по-моему, однажды одела и получила. Как я могла в таком возрасте одеть такой комбинезон, который одевают маленькие дети? А я тоже ребенок своих родителей. На самом деле этот цвет мне очень нравится. Это сестра или брат красного комбинезона. Но не знаю, оставить, не оставить. Оставляю, не одеваю. Зачем оставить? Что-то неудобно. Мне не нравится вот этот широкий. Я люблю прилегающий, такой аккуратный. Но этот эти широкие штаны и тому подобное, это не мое. Я не люблю ничего... вешающийся, что вешается с меня, понимаете? Я люблю аккуратность. Люблю линии. Это что? О, цвет какой, труба. Платье труба. Сестра другого платья. Это не идет на избавляюсь.
Это одела пару раз. Легкое, хорошее платье. Окей. Это так, почти заканчиваю. Вы у меня сильные, уже знаете. О, это очень много одевала. Это платье, наверное, вы меня видели 100 тысяч или 140 тысяч раз. Не знаю, что делать с этим платьем, но, наверное, уйдет. Уже знаю. Хочу все, что слишком такое одетое, хочу, чтобы ушло. Это что? О, это такое удобное, тоже уборочное платье. Этот стиль создан, чтобы мы, женщины, одевали и порхая делали свои дела. И короткость, рост платья не мешает. То есть, если ниже колена, это уже мешает нашему хорошему движению. Выше колена, не прикреплен к теле, дает нам свободу движения. Еще без рукавов, тоже свободно, ветер, сквозняк под руками. Это платье-уборка. Останется. Еще одну уборку сделаю. О, это старое платье, в этом клип снимали. Но так люблю это белое платье. Оставлю. Пусть немножко побудет, потом уйдет. Тоже длина, не рост. Длина тоже мне не нравится, слишком высок от колена. Но пусть останется немножко. Потом уйдет. Все-таки больше сохранила, чем удаляю. Ох, не умею я избавляться. Это что? Ох, тоже красивое платье. На черное. С такими. И спереди на шолдер, на... В общем, с этой стороны разрез и сзади. Красиво смотрится, но и длина прекрасная. В этом платье очень красиво смотрится. Красиво смотрится в третьем лице. Оставлю. Кофточка такая, не мешающая, не очень коротенькая. Очень даже коротенькая, шортами очень красиво смотрится. И цвет прекрасный, оливковый. Пусть будет. Что напоследок оставила? Старинное платье еще один. Уф, ох, смотрите, как по цветовой гамме сама с собой очень даже подхожу. Оставить или что делать, не знаю. Но такое мягкое, нежное, не мешающее. И так хорошо сохранилось. Материал. Это давнее. Где-то 6 лет назад покупала. Оставлю. Раз уж такое доброе платье за 6 лет не сносилось. Еще смотрится. Одену завтра. Столько всего. Экелен нейберная. Окей, кошек нет, аки ушади, не ручу гнак. Соседи не позволяют у нас дома играть, но в передней части домика, где ходят разные незнакомые явления, позволяют. А мне своих детей жаль. Пусть играют немножко. Окей, как раз закончили. Пойдем приглядывать за детьми. Всем огромное спасибо за терпение, за любовь, за... Не знаю, как благодарить, какие слова найти, чтобы было интересно, чтобы не повторялось. Но думаю, иногда лучше пару слов, и вы поймете. Всех вас любим, ценим, уважаем. Привыкайте. Увидимся.